Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Шарарам. Так быстро как-то зашло в игру. И что у нас сегодня новенького? Открой парижское кафе, это скорее всего покупать что-нибудь нужно. И спаси Шарарам от монстре де злобю. Обалдеть. И спутник Мармеладка в подарок Шарарам карте. Класс. Жалко, что я не собираюсь покупать. Так, а мне еще говорили, что я не собрал последний, получается, этот предмет вот здесь. Если я его соберу, мне дадут спутника вот этого, да? Почему тогда мне не собрать? Куплю буквально несколько энергии. Я думал, вообще она восстанавливается, но оказывается, она не восстанавливается. Ее нужно только покупать. О, вот сразу и предмет. Ты воспитал щенка. Приходи за наградой ко мне в лес. И ты получил робощенка. А, ты обучил робощенка искать улики. Он нашел все, что я спрятал. Вот твоя награда. Костюм тренер песиков. А питомца мне не дают, получается, да? Давайте я сейчас гляну. Так. Вот, костюм одеваю такой. Обувь бы поменять. Так, а шарафоны, костюмы. Где мои питомцы? Так, сначала обувь. Обувь. Какая здесь лучше подходит? Даже не знаю. Ну, пускай такая будет. Так. А питомцы, подождите, это не те питомцы, а образ, имидж, блин, куда-то я залез не туда. Так, где же мой питомец? Или того питомца не дают, подождите. Шапки, обувь, костюмы, фоны, снаряжение, нет, тоже не то. А, в общем, нет питомца, только дали мне вот этот костюм. Ну и на том спасибо, как говорится. А, с этим разобрался, и теперь новый квест. Так, а что за парижское кафе? Давайте глянем. Как всегда, что-то покупать нужно будет, или как? Нюша и Бараш нормально так себе устроились, да? А ну-ка. А, ну да, продавать. Получится десерты, коктейли, кафе. И букет цветов. Да? Точнее, не букет, целая ваза. Даже не ваза, как это называется. В общем, что-то большое. А, стульчик прикольный. Слушайте, фонарь. Да, вообще бомба. Стульчиков всегда надо купить таких побольше. Чтобы потом можно было в домике там целый этот... устроить какой-то... не знаю, что. В общем, куплю себе 6 стульев. Чтобы вам всем было место, где сидеть. Ну, конечно, если все одновременно зайдут, то не хватит места, но... во всяком случае, хоть кто-то напоместится. Так, 2 столба купил, не знаю зачем. В общем, пускай будет, в хозяйстве все пригодится. А, бараш. А, у бараша то же самое, да? Ну вот и все. Это тоже, в принципе, несложно было. А, спаси Шарарам от монстра де злобю. Давайте спасать. Я думаю, это будет интереснее. О, тоже здесь. Бон злобур, джентльмены. Развесели монстры. Это учитель из школы злобырей. В его классе одни двоечники, поэтому у него ужасное настроение. Развесели монстры, он успокоится и уйдет. Получив подарок. Смокинг и монокль. Или 100 смешинок. Обалдеть, слушайте. 100 смешинок сравнили с одеждой, да? Ну что, стоит это все дело 100 энергии. А, вот оно. Получается, вращай кольца со смайлами мышкой. Составляй по 3 одинаковых смайла в ряд и заполни шкалу позитива. Добавь хохотунчиков и развесели монстры быстрее. Так, это одновременно нужно делать или как? Подождите. Я не совсем понял.
Опа. Ага. Кажись, начинаю понимать. Вот так вот, не? Нет, ну только это нужно примениться, потому что сразу в такой игре я ничего похожего не видел, если честно. Так. Как-то здесь... А, вот, все, я понял, все, я понял. Вот теперь я окончательно понял. Это на самом деле не очень-то и сложно. Так, это сюда перемещаю. Это сюда. Ай. Вот. Ну, есть, да. Получилось. Так. А, зелененькие, зелененькие, зелененькие. Всего чуть-чуть осталось. Ну, лопайтесь. Ох, даже 4 сразу лопнуло вместе. Не понял, а чё их так много стало? Так. А, и у нас есть шкала. Получается... Так. Ну, я не то немного хотел сделать, но получилось, ладно. Ай, не так опять. Блин, куда вы уехали? Стоять. Стоять, стоять. Зелененькие вот сейчас все лопнут. Нет, не все. Обидно, досадно, но ладно. Так. Куда? Куда? Вот. Лопнули? Нет? Нет, не лопнули. Что ж вы такие? Вот, отлично. Оп, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. Куда ж ты уехала, родная? Вот, отлично. Так, сколько вас тут много? А, так не получится. О, еще смайлики. Так, а получается все. У меня там уже никого было лопать. А здесь еще их больше, да? То есть тут называется лопай кого хочу. На выбор очень много, да? А, так, дальше. Вот так, отлично. Эти тоже лопнули. Ай, не так немного. Желтеньких лопаю. Так, зеленый остался. Которого можно лопнуть. Ай. Опа. Так, все. Получается, что ж так долго? Слушайте, я не пойму. Или я что-то плохо делаю, или как-то... Как-то медленно эта вся шкала набирается. Блин. Вроде ж правильно все поставил. Что-то не захотело. Так. Ну, есть. Зелененькие, зелененькие. Опа. И там тоже. Свидели, они сами даже лопаются. Я их... Можно вот так вертить. Ха-ха. Вот так вот от фонаря, смотрите, я так делаю. Они лопаются. Смотрите, да, обалдеть. Так проще. Я вот фактически ничего не делал, не подставлял. И смотрите, как все получается, да? То есть все намного быстрее, проще. Просто так вот по кругу покрутить. И сейчас вот уже у меня почти полностью эта шкала заполнена, да? Так. Где еще? Какой есть? А, розовый. А, и фиолетовый все вот. Блин, я ж его... Ну... Да что ж ты поделаешь? Разучился уже. Ну, есть. Это, по идее, последний был, да? Так, ну у меня шкала заполнена. Мосье, вы подняли мне настроение. Сегодня я не буду ничего ломать. Возьмите смокинг и монокль в подарок, а я вас покину. Адьё. Ну вот, как бы, такой простенький квест. Даже не знаю, как его назвать. Интересно, неинтересно, по-моему, не очень, да? Так, то я только переоделся, вот такой костюм. Придется менять. И кепку тоже придется менять. Или пускай кепка будет...
Ладно, пускай будет. Так, что еще сегодня сделать? Кепка, в принципе, классная, мне нравится. Что монокль в глаза в одном глазе, что сверху там вот значок этот тренировщика питомцев, да? А вот наконец-то у меня урок чудо 7 чудес света, который я еще не проходил, по-моему. Наконец-то я себе еще один зачет поставлю, если получится, если я его пройду. Говорят, если увидеть все чудеса света, то волшебная сила удвоится. Готов стать самым сильным волшебником? Давно готов. А прочитай отражение в воде и напиши, от чего пострадало второе чудо света. Висячие сады Семирамиды. Так. Чего там оно, от чего пострадало? А, ну да, я же помню наводнение, просто не сразу вспомнил, уже давно его проходил. Наводнение. Наверное, месяца два или три назад. А, прочитай буквы у тех предметов, которые относятся к спорту, и напиши, в честь какого бога сделали статую в Олимпии. Так. Так. Зевс, да, Зевс. Зевс. А, считается, что каждая из колонн в храме Артемиды была даром разных царей. Напиши, сколько всего было колонн. Так. Давайте считать, я уже не помню. 56 на 3 это получается 150, 168. Делим на 4 это получается 42. А, получается 308 минус 42. Блин, мозг сейчас я сломаю. Так, это получается 266. Так, 266. И минус 139, это 127, по-моему, да? Точно. Расставь буквы в правильном порядке и напиши, где было построено пятое чудо света, Галикарнасский мавзолей. Итак, расставляем, да? Получается у нас... Турция там, да, по-моему? Турция. Вот так вот. Посчитай, чего тут больше, и ответь, чем была заполнена огромная статуя колосса Родосского. А, итак, воды здесь у нас 5, а деревяшек 4, и камней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть больше, конечно же, камней, правильно? Александрийский маяк указывал кораблям путь ночью. Ночью огнем. Составь слово из перевернутых букв и напиши, чем он указывал путь днем. А, по-моему, дым там был, да? Это я так помню уже. Дым. Составь слово и напиши, для какого фараона построили пирамиду. Единственное чудо света, которое сохранилось до наших дней. Хеопс. Даже можно не этот... Ничего не проводить. Ура! Спасибо, Мах, ты увидел 7 чудес света и удвоил свою магическую силу. Ставлю тебе зачет и дарю фон Александрийский маяк. Очередной, в общем, да? Ух ты, а я думал, у меня еще только третий зачет. Вау! А новый магический уровень, подарки. Магия, фейерверк, наконец-то, класс. И шапка мага такая крутая. Вот как раз я его сейчас и одену под тот монокль, в общем. И мне будет доступна на 8 уровне магия телепортации. Так, а ну-ка. Где там моя магия новая? Что-то я ее не вижу пока. А, вот он, салют. Как класс. Это, кстати, ракета, которая, да? Тоже у меня была магия. Похоже, кстати, да, согласитесь? И... Под эту одежду как раз, вот смотрите. Этот колпак подходит просто идеально. Вот по цвету, да? Ха? Вот так вот. Такой синенький, красивенький.
Так, ну, в принципе, квест я прошел, уровень мага получил. Сейчас приму ваши подарки. От Зябра Коти подарок, от Мия и Крош, от Лёши, от Принцесски, Фриск, Яночка, Йоу, Ярамиль, еще какой-то просто детки, самозванец или самозванка, Солярия, Жека, Супер Музяка, Венар, Венар, Даша Круто, Энне Ложка, Кэти Сестра, Майкл, Андрей, Гипермакс, Иль, Енот, Аманда Килман, Элли Ди, Попкорн, Золушка Тан, Макс, Слуцк, Про Аннабель, Артем МРТ, Арчк, Варя, Супер Арена. Ну вот, фактически почти все и принял, да? Осталось буквально там 9 подарков. А, так, дальше. Ваши заявочки. В последнее время их маловато. Наверное, уже все, кто играет, все добавились почти, да? И открытки. Открытка от диски. Спасибочки. Семи. Бруся Хрюся. Вот это ник. Матюшка. Азалия. Попкорн. Ай Алан. Венар. Русское радио. Так, Маргарита, Супер Макс, Гипер Макс, одни Максы, Попкорн, Середягин, Фея Василина. Вот так вот. Так, а меня просят сыграть, да, в игру, давайте сыграю, поддержу. Сейчас меня забанят, да, очередной раз. Там, по-моему, 3 человека, нужно их 2, стараются, зовут. Не могу отказать. А я, получается, тем более буду рисовать. Сейчас я им как нарисую. А, так, а что рисовать? А, подождите. Так, а кто рисует и правда? Почему я же должен был рисовать, нет? Море, окно. Нет, не окно. Что это такое? Тетрадь? О, я угадал. Ха-ха-ха. Так, получается, не я рисовал, то просто значок был такой звездочки, что это я. Ну вот сегодня такой везучий день. Я даже в эту игру сыграл, и меня не забанили. Это знак. Так, ну и ваше сообщение напоследок. А, вопрос, ты принимаешь подарки в других играх? А, ну, в других играх, как бы, именно онлайн таких я не играю, массовых. То есть я там игру записал, кажется, там ее там задвинул на месяц, кажется, или там больше. И, или вообще удалил, как бы, вот. Поэтому фактически подарки только вот здесь. Ну, бывают там какие-то фермы, но опять же, я ферму, допустим, там играю, захожу там раз там, там в 3-4 дня или там в неделю. Поэтому, ну, во-первых, в друзья там никто не добавляется, и, ну, как бы тяжело это все там подарки подарить мне найти. Поэтому фактически только в Шарараме. А, вот еще одно пожелание поиграть в Трагедию Белок. Я не знаю, чем это вам эта игра понравилась. Я же в нее не могу разобраться, там долго, нудно, как бы. Может, просто не попадались такие эти напарники там, или как их, или такая команда. То есть, ну, возможно, когда-нибудь запишу. А, вопрос, ты будешь делать видео с веб-камерой? И второй, как тебя зовут в реале? А, ну, я раньше планировал как бы с вебкой позаписывать, ну, когда будет у меня получаться это, скажем так. А, ну, просто сейчас у меня очень много работ разных, то есть не одна, даже не две, а три. И как бы время совсем ограничено, а вебка это прежде всего как бы время, то есть редактирование там и так далее, то есть, ну, в общем... Если это сначала не начал делать, то сейчас как бы начинать уже поздно. Ну, не знаю, может когда-нибудь что-нибудь поменяется у меня в жизни, тогда буду. Но пока месяц я в ближайшее время не планирую. А, привет, Профионди. А, сними костюм ниндзя, ты долго в нем ходишь. О боже, какая разница, в каком костюме я хожу. То есть, могу вообще голыша ходить.
А, ну, в шарарами. Наверное, так и сделаю какой-то обзор. Буду ходить голым. А, как ты все быстро делаешь? А, что именно делаю я быстро, не знаю. Квесты прохожу, там, еще что-нибудь. А, вопрос как бы без уточнения. Ну, для начала просто стараюсь. Поэтому все получается. А, сыграю в игру Paper Racer. В общем, бумажный гонщик или как-то так. Ну, я глянул игру, как бы, но я в такую не смогу играть. Тем более, что такие гонки я спробовал, по-моему, пару раз записывать. Их на канале у меня никто не смотрел, поэтому нет. Эту игру я не буду записывать, сразу говорю. А, пройди еще раз квест, собери рок по деталям, там шоу очень крутое. Ага, ну я думаю, да, действительно шоу крутое. А мне интересно, до какого числа оно будет, потому что пока мне еще лень проходить этот квест еще раз. Но, возможно, будет время, как бы, пройду еще раз. А если квест не закончится? Итак, про Аннабель просит передать привет маме Ирине Хованской и папе Виталию Хованскому. А, неужели они смотрят наше видео и услышат этот привет? Но если это так, то я рад. А можете снять игру «Сказочный патруль»? Ну, «Сказочный патруль» я не знаю. Я же уже объяснял много раз, что у меня нету никаких обновлений в игре. То есть я уже записал до того предела, пока у меня вот в игре обновления были. А дальше, я не знаю, может мне надо переустановить игру. Тогда же прогресс у меня сбросится. Придется опять долго проходить, как бы. Ну, я попробую. Уже много раз просите патруль. А вообще, вопрос глупый, я считаю. Как ты смог пройти это, расскажи. Ну, я все прохождения записываю. То есть, смотрите видео, и там видно, как я прохожу. Все, точка. Как ты так камеры устанавливаешь? Ай, блин, камеру никто никуда не устанавливает, на компьютере специальные программы есть, которые захватывают экран, как бы, и записывают. Ну, для этого, как бы, нужен компьютер более-менее мощный, потому что обработка видео идет, как бы, если слабый компьютер будет тормозить. Вот, я специально, когда начал записывать ролики, купил себе новый компьютер. Ну, в том году, кажется, летом, это еще топовый компьютер был, сейчас он тоже хорошо работает, но... Через год, наверное, уже нужно будет обновлять. А, сними видео по игре Майнкрафт. Ну, я уже много раз отвечал по поводу Майнкрафта. А вот есть похожие много игр разных, как бы. Вот, допустим, буквально вот сегодня я тоже записывал игру Выживание... Как же она? Последний день на Земле. О, Выживание. То есть там тоже, кажется, нужно крафтить, собирать там вещи, там бороться с разными, типа там, ну только не криперами, там, а зомби. А, ну, тоже как бы похоже на Майнкрафт, графика там красивая, получше. То есть мне игра понравилась, допустим. А, там еще какие-то подобные тоже, возможно, я могу записывать. Но Майнкрафт, как бы, ну, я не знаю, что там записывать, честно. А записывать просто, как я там зашел там и... долблю там камень или что-нибудь такое делаю, там рублю дерево, я думаю, что никому не интересно будет. А, по Майнкрафту есть миллионы каналов разных, как бы, там уже все, что можно, поперезаписывали, народ поэтому там уже профи, поэтому мне туда соваться, как бы, ну, я не знаю, не с руки. Ну, в смысле, в Майнкрафт, в этот жанр соваться. А, привет, Эшлин. А, как хорошо, что вы радуетесь, когда я вам передаю привет, и для этого я это и делаю. Здравствуйте, я начинающий видеоблогер по Шарараму. У меня есть такие вопросы. Как вы узнали о Шарараме? А, ну, о Шарараме я узнал из ваших комментариев под видео на канале. То есть, еще прошлой осенью. То есть, как бы, там всякие обзоры я делал. И под ними там написали там, поиграй в Шарарам, поиграй в Шарарам, поиграй в Шарарам. А я как бы думаю, да ну Шарарам, то и Шарарам, не буду я в него играть. А потом через месяц или через полтора ваших просьб, как бы, я решил сделать обзор, ну, один, как бы, и пошло-поехало, вот уже вторая сотня перевалила. А дальше, давно ли вы снимаете? Ну, вот я, в принципе, уже ответил, уже как раз где-то в сентябре, ну, я так считаю, что где-то начал с сентября, то есть уже получается год и месяц, где-то так. Из какого уровня начали снимать? Вообще-то начал с самого первого начала, то есть как я зарегистрировался, и обучение, и так далее. То есть самого-самого первого кадра, скажем так. А, ну вот и все, друзья. Сегодня у нас такое коротенькое видео, ненасыщенное.
Но все равно, надеюсь, вам понравилось. Я старался. Если это так, то поддерживайте это видео своими лайками, пишите комментарии, делитесь с другими детками. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И оставайтесь с нами. Дальше будет только интересней. Пока-пока, до новых встреч!